Для приготовления суши-ролл нам понадобится рис для суши 500 грамм, холодная вода в 1,5 раза больше объема риса, водоросли нори 6 листов, рисовый уксус 50 мл, сахар 70 грамм, 10 грамм соли, сыр Филадельфия 175 грамм, 1 свежий огурец, 1 авокадо, рыба, семга 200 грамм, васаби, маринованный имбирь, соевый соус по вкусу. Также понадобится бамбуковый коврик и острый нож. Промыть рис до прозрачной воды, залить рис холодной водой и варить не дольше 10 минут. Затем накрыть рис крышкой и дать ему постоять 10 минут. Подготовить уксусную заливку. Наливаем 50 мл рисового уксуса, добавляем 70 грамм сахара и 10 грамм соли. Перемешиваем, ставим на огонь и доводим до кипения. Добавляем уксусную заливку в сваренный рис и перемешиваем. Даем рису остыть. Берем огурец и авокадо и очищаем их от кожуры. Из авокадо удаляем косточку. Нарезаем авокадо и огурец соломкой. В чашку наливаем воды, добавляем чайную ложку рисового уксуса, перемешиваем, смачиваем этой водой с уксусом руки и нож. Расстилаем бамбуковый коврик, на коврик выкладываем лист водорослей нори, на лист водорослей нори выкладываем рис ровным слоем, не толще 5-6 мм. Лучше выкладывать рис ложкой, смоченной в воде с уксусом. С одной стороны край листа водорослей нори оставляем без риса, где-то 5 мм. Переворачиваем лист нори вместе с рисом на другую сторону. Намазываем сыром Филадельфия. С одного края, где-то 5 мм, лист нори не промазываем сыром. Сверху на сыр по краю листа нори выкладываем нарезанные соломкой огурец и авокадо. Заворачиваем в ролл с помощью бамбукового коврика, не забывая смачивать пальцы рук в воде с уксусом.
Откладываем полученный ролл в сторону. На бамбуковом коврике плотно друг к другу выкладываем тонкие пласты семги. Выкладываем на слой семги ролл и заворачиваем его с помощью бамбукового коврика. Полученный ролл разрезаем острым ножом, смоченным в воде с уксусом пополам. Затем каждую половину ролла разрезаем еще пополам. А потом полученные кусочки ролла разрезаем еще раз на половинки. У нас получится 8 роллов. Выкладываем суши-роллы на порционную тарелку. Добавляем по вкусу маринованный имбирь. Васаби. Наливаем в соусник соевый соус. Приятного аппетита!